Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хотел бы еще раз вас попросить о помощи. На форуме 01 сервера проходит финальное голосование за самую лучшую семью на 01 сервере. Именно финальное голосование, у кого будет больше голосов, тот в принципе победит. Я хочу раз еще вас попросить, чтобы вы проголосовали. Ссылочка на голосование будет в описании. Реально это очень важно, потому что приз 10 миллионов. 5 миллионов я раздам людям из своей фомы, и 5 миллионов я разыграю между вами на канале. Поэтому, пацаны, не ленитесь, ссылочка, повторюсь, в описании, переходите, просто собираете нашу фому, вот Family Kill Game, и там будет нажать проголосовать. Ничего трудного здесь нету. Всем заранее большое спасибо. Желаю вам приятного просмотра. Всем привет, и сегодня снова видео. Видео будет посвящено вот этому гелику. Это, в принципе, заменка, гелик типа как у Булкина. Но скажу сразу, что это не точная копия, это просто похожий гелик. Поэтому не нужно писать в комментариях, что Булкина 55-й, переделанный под 63-й там и так далее, пацаны. Все это я знаю. Просто я нашел похожий гелик, как у Булкина, потому что мне нравится гелик, в принципе, как у Булкина, без колеса получается. С мордой вот такой вот. Ну, прикольный, короче, гелик. И сегодня я вам подробно покажу и расскажу про эту модельку, ну и потом покажу, как установить ее и скачать эту модельку. Я вам напоминаю, что я на первом сером один холиплей, муник сейчас вы можете видеть на экране. Также не забывайте удеть мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сером один холиплей. Так, давайте посмотрим вообще на этот гелик, как он выглядит. Давайте вот выйду с тачки и от первого лица сейчас посмотрим вообще, что это за гелик, как он выглядит, что и как. Вот такой вот у него морда, в принципе. Ну, кто Булкина, пацаны, смотрит, я думаю, понимаете, какой у него гелик, я думаю, увидели, в принципе. Я Булкина уже смотрю 4 года, и как бы мне вот вообще гелик, на самом деле, вообще раньше не нравился. Я вот на Мазинге играю почти 4 года, и у меня толком никогда не было гелика. Что-то в этом году на меня кто-то нашло, походу, и у меня, короче, вот такой вот гелик появился. У меня был когда-то гелик, я помню, по-моему, в 2018 году был гелик, но я его с летки типа выиграл, и потом сразу его слил. Я на нем даже не ездил. Мне подарили гелик ебу 3 единицы, номер был. Потом у меня был гелик RSS 3 пятерки. Я его продал и купил себе вот этот гелик 3К 3 восьмерки номера, в принципе. Давайте начнем с минусов. Какие здесь есть минусы? Их здесь всего лишь 3. 3 минуса, пацаны. Для меня, честно, это не минусы. Я уже неделю на нем катаюсь, кайфую, поэтому мне как-то все равно. Кстати, я делал типа голосование, ну, опрос делал в своей группе и на канале, в принципе, то вы попросили, чтобы я снял видео и слил эту модельку. Поэтому, пацаны, обязательно поставьте лайк. Так, какие минус у него? Первый минус — это то, что эта моделька вообще не бьется, то есть при столкновении у вас не будет там двери мяться там и так далее. Разбиваются у него только вот фары и все, больше у него ничего не разбивается. Возможно, для кого-то это минус, для меня это плюс, потому что я не люблю, когда машина разбита, даже там двери и так далее, поэтому для меня это плюс. И еще один минус — это то, что на него не ставится винил. Я, в принципе, пробовал в СТО, на него никакой винил не ставится. Ну, это и понятно, потому что моделька совсем другая. И получается третий минус, наверное, самый хреновый, хотя, блин, не знаю, для кого как. Давайте я вам, в принципе, это все покажу. Открываем капот и, ну, у нас здесь пустота, понимаете? Типа, у нас нету мотора. Моделька, не помню, сколько весит, но, по-моему, весит немного вообще. В целом, гелик, в принципе, нормальный. Как бы я езжу, спокойно на нем передвигаюсь, комфортно. Вот, перегреваться на нем очень комфортно. Там, да, салончик, типа, вот такой вот. Не как у Булкина салончик, я знаю, пацаны. Просто похожий гелик, понимаете? Я вот долго искал гелик, у которого нету колеса вот сзади. И у которого вот такая вот морда с ресничками такими снизу, видите? Вот, эти реснички снизу. Я долго искал такой гелик и, наконец-то, его нашел. Я знаю, что, типа, вроде бы Булкин сливал в Сампе твой гелик, типа, но, по-моему, не красится. Это гелик, пацаны, красится. Его можно покрасить, если что, в любой цвет. Да, у него нету, типа, мотора, но вообще похуй, реально. Вы капот часто открываете на гелике? Я нет. Поэтому, блин, мне, честно, все равно как. А диски, если что, стоят на нем тоже, как на гелике обычном, в принципе. Ну, как у Булкина, колеса стоят. Здесь такие же колеса в стоке стоят. Я просто поставил себе вот такие колеса. Если что, на Мазинге это 11 колес, они мне больше всего нравятся. Ну, что еще сказать? Больше нечего сказать. Все нормально, все хорошо, больше косяков вообще никаких нету. Давайте я вам кое-что еще покажу. У меня стоит типа заменка на звуки, пацаны, и сейчас просто послушайте звуки, напишите в комментариях, похож звук на гелик или нет. Мне кажется, очень даже будет похож.
Ну что ж, вот такой вот, в принципе, звук издает вот этот гелик, так сказать. У меня стоит просто заменки на звуки. Я тоже вам в этом видео покажу, как, в принципе, установить звуки, потому что вы меня просили, чтобы я ссылку скидывал там и так далее. Как бы, кто мне в ВК писал, тем я, в принципе, скидывал ссылку. Ну, а давайте я в это видео покажу, как установить звуки, чтобы потом никто больше не спрашивал, и все установили себе и, в принципе, радовались. Сейчас, короче, я вам покажу, как скачать это все и установить. Итак, что вы делаете первым делом? Вы берете, заходите в описание, там будет ссылка на Google диск и на Яндекс диск. Я вот скачал с Яндекс диска, а вы качаете как вам удобно. Либо с Google, либо с Яндекс. В принципе, без разницы. Заходите, у вас будет такая папка гелик плюс звуки. Заходите в эту папку, и у вас здесь будет вот тоже гелик и звуки. Здесь есть установщик, звуки и гелик. Установщик нужен для того, чтобы установить именно гелик. Для звуков установщик не нужен. Здесь свой, в принципе, установщик. Сейчас я вам, в принципе, все покажу. Как установить гелик. Заходите в эту папку, установщик. И вот GTA SA. Это GTA Crazy, если что. Открывайте этот файл. Вот, GTA Crazy, открывается он у вас. В принципе, и все. Это пока что мы закрываем. Здесь вы должны выбрать папку с вашей игрой. У меня это DSC. Не знаю, у вас там может быть по-другому. Просто убирайте папку с игрой. Вот. GTA Killing Россия. Заходите в нее. Мультиплеер C и кастом. И здесь будет ARP пак. Выбирайте именно ARP пак. Это модпак Amazon. Нажимаете открыть, в принципе. Возвращайте здесь назад. Нажимаете гелик. И здесь будет два файла. Чтобы вам было удобнее, переместить его просто на рабочий стол. Вот так. Нажимаем назад. Возвращаемся к нашему установщику, вот этому. Нажимаем правка. Потом добавить заменой. И выбираем рабочий стол вот здесь. И здесь будут эти два файла. Уберете, если вам удобно. Вот. Выделяете два файла. Нажимаете открыть. Все, в принципе. У вас гелик уже установлен. При установке любого либо звуков, либо геликов, игра и мультиплеер должны быть закрыты. Это обязательно. Так, это мы установили. Теперь давайте я покажу, как установить звуки. Вот звуки, папочка, в принципе, заходим в нее. Здесь такой вот установщик, открываем его. Потом дальше нажимаем вот сюда. Нажимаем да. Так, нажимаем принять. И здесь вы просто выбираете либо вручную, что вручную устанавливаете, выбираете просто также папку свою. Вот у меня это DSC, геймер и вот GTA Killing Россия. Просто выбираете папку с игрой и нажимаете установить. Все. У вас это спокойно все устанавливается. Повторюсь, мультиплеер и игра обязательно должны быть закрыты. Это обязательно. Если у вас будет все открыто, то вы не сможете установить. В принципе, вот так вот получается, пацаны. Все легко и просто. Повторюсь, все ссылки есть в описании. Как бы кто что-то не понял, то можете писать мне в ВК. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, вводите мой промокод. Играю, если что, на первом сервере. Мой промокод работает на всех серверах. Все, всем пока-пока. Oh.